Учитывая результаты прошедших двух игр, что вы можете сказать о группе, в которую попала ваша команда сегодня? Очень серьезная группа, сегодняшняя, вот по крайней мере. Поэтому видно, что ребята играют в футбол, пляжный футбол довольно-таки на приличном уровне. Мы, еще раз повторюсь, дебютанты, всего второй раз играем в пляжку. Поэтому для нас это удовольствие, тем более с такими ребятами поиграть, получить удовольствие, опыт какой-то на будущее, может быть. Поэтому мы довольны безумно. Кого из соперников Сити или Нано Протект можете выделить больше? Ну, индивидуально не буду никого выделять, потому что футбол все-таки командная игра. Поэтому коллективные действия, конечно же, ребят Сити, Нано Протект на приличном уровне. На очень приличном. Поэтому нам далековато еще до этого уровня, честно говоря. Но в целом... вы довольны вообще своей игрой, и опыт полученный будете реализовывать в дальнейшем и достигать новых результатов? Конечно, сейчас мы получили уже приглашение от организаторов на право участия в зимнем турнире, поэтому попытаемся собраться там. Но мы провели замечательное время, получили удовольствие, вообще шикарные эмоции, поэтому нам бы, конечно, хотелось бы еще принять участие в подобных турнирах. Спасибо большое, удачи вам в дальнейшем. Спасибо. Всего доброго.